ой, ты, друган, держись. 男子虚弱躺在草地上，救护跟消防人员紧急上前治疗。而在另一边的门口，众人不停跑出来，简直吓坏了，因为就在刚刚，里头发生了枪击案。外头除了救护车，也停满警车戒备，还有妇女逃出来后相拥痛哭。 枪击就发生在俄罗斯中部比尔姆国立大学，当地时间9月20号上午11点。根据报道，一名男性枪手进入校园开枪，造成多人死伤。 Стояли с друзьями на проходной, как раз перед парами, возле машины. Слышим выстрелы, поворачиваемся, вот он в 20 метрах здесь стоит с дробовиком. В разные стороны разбежались, кто куда. Он как раз вот по нам стрелял, попал по моей машине. Личность подозреваемого уже установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение. 嫌犯在被拘捕后，大批警方也进到校园大楼内搜证，地板上血迹斑斑，触目惊心。根据指出，凶嫌是该大学的学生，甚至还疑似在犯案前发文说自己被仇恨吞噬，想要伤害别人。然而，犯案动机为何，目前还不得而知。不过，俄罗斯有严格的枪支管制政策，枪击案鲜少发生。 因此，当局不敢大意，要查个水落石出。TVBS新闻综合报道。 请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启小铃铛。